Куда это ты пойдешь, мать? Давай, покажи! Мне это понравится. Thank you.
Сдалось мне это дерьмо. Ну же, имей совесть! Пошел ты лесом! Давай, греби сюда, Вита! Вита, они меня здорово отделали. Кажется, мне нужен врач. Ладно, сейчас доставим тебя к Эль Греко. Мадам, прошу вас, выйдите. Не убивай меня! Боже, спаси нас! О, грудь болит. Вздохнуть больно. Они мне ребра переломали. Полегче. Эль Греко тебя починит. Да, конечно. Ой, блин, кашляю. Будто мне каждый раз первым под ребра вгоняю. Чем больше дергаешься, тем хуже тебе будет. Слушай, Вита, спасибо, что пришел на помощь и рисковал своей шкурой. Мы же с тобой в одной лодке, а? Как всегда. А теперь расслабься уже, пока ты мне все штаны кровью не залил, а то, правда, придется перо тебя всунуть. Нашел, мать твою, время комедию ломать. Помочь? Не, справлюсь. Что делать с деньгами? Отвези Бруно. Ладно. Хоть с этим разберемся. Добрый вечер, господа. Так, что с вами случилось? Привет, док. Мне надрали задницу, и я харкаю кровью. Да что за день такой? Тут еще один из ваших. Что? Его зовут Антонио Бальзамо. Тони Бальзам? С ним что? Кто-то его крепко отделал. Боюсь, ходить он больше не сможет. Что? Это тебя удивляет? Вся эта кровь.
смерть. Вы сами выбрали такую жизнь. Рано или поздно везение кончится. Кто следующий? Ты? Не надо морали, док. Есть время подлатать Джо. Да, но придется подождать, пока я закончу с Антонио. Ну ладно, док. Ладно, заходи. Главное, уладь все с Бруно, хорошо? И еще Вита. Спасибо. Конечно, поправляйся. News on EDLT Delta Radio. It's your old Jackie / news commentator slamming Sammy Stevens, bringing you news from Midtown. Construction site carnage. Well, that's what the papers might call it tomorrow. Witnesses have reported the sound of automatic weapons coming from the building, and at least one body falling from a high-rise scaffold to the sidewalk below. Police arrived as a car was leaving the site, and they are still in pursuit of that vehicle. It's safe to say that if you see some flashing lights coming from behind you, pull over and duck, baby. For EDLT Radio, I'm Slammin' Sammy Stevens. Меня. Не убивай!
Fox Show on ECNR, Empire Central Radio. As we can... What's that, baby? Hey, sorry, kids. My producer, Beanie, has just handed me some hot news about a police chase in progress right through Midtown. Now, the chase is apparently related to a shootout at a construction site in Midtown, which is owned by Empire Bay property magnate Frank Vinci. With this breaking news update, I'm rocking Ricky Fox on CNR Empire Central Radio. Why do you keep doing this? Эй, мне нужен Бруно. Деньги принес? Да. Ну, заходи, тебе повезло, мы уходить собирались. Добрый вечер. Ты принес мне деньги? Или хочешь продлить срок? Вот они. Признаться, я немало удивлен. Я слышал, что у вас возникли проблемы. Да, верно. Мне сказали, Генри погиб. Меня это очень огорчило. Айзек, считай. Значит, ваше предприятие было успешно. Деньги я вернул, так? Конечно, конечно. Только вот весь город стоит на ушах. Китайцы решили, что итальянцы на них напали и пошли войной на Винчи. Это нехорошо, нехорошо. Это имеет отношение к тому, зачем вы занимали деньги? Прости, Бруно. Это не твое дело. А, спасибо, Айзек. Значит, долг погашен. Я даже не знаю, как тебя зовут. Вито. Вито... Вито Скалетто. О, Скалетто. Я знал одного Скалетто. Но должен сказать, ты лучше отдаешь долги, чем он. За него пришлось расплачиваться его бедной жене. Так это у тебя мой отец занимал бабки? Твой отец. А, яблочко от яблони. Я вижу, ты не одобряешь. Но я же не заставлял его влезать в долги, таки верно? И тебя таки тоже. Если понадобятся деньги, ты знаешь, где меня искать. Точно.
Я не мог заснуть. Дела шли паршиво и грозили стать еще хуже. Рано или поздно правда всплывет. И тогда на нас ополчатся не только Винчи и китайцы, но и Фальконе. Не так я себе все представлял, когда мы начинали. Мне грезились деньги, машины, женщины, уважение, свобода. Я все это даже получил, более или менее. Но вместе с тем пришли тюрьма, постоянный страх и кровь моих товарищей. Я держался на плаву сколько мог, но шансов становилось все меньше. Теперь это был только вопрос времени. Да, алло. Вито, это Эдди. Слушай, приходи... Дай угадаю. Ты хочешь, чтобы я приехал к тебе с пушкой прямо сейчас? Как ни странно, нет. Карло ждет тебя в планетарии. Он сказал, в чем дело? Нет, лучше приезжай сейчас же. Не заставляй его ждать. До встречи, Вито. Мистер Скалета, садитесь, пожалуйста. Эй, старик, ты вернулся, да? Давай, лезь в машину. Ну? А вы... Это наш друг, мистер Чо. Да, ну что за хрень творится, Лео? Что такое? Это из-за тебя. Ты капитально облажался. Войну, блин, устроил. Понятия не имею, о чем ты говоришь. Не хитри мне, парень. Я об этом бизнесе забыл столько, сколько ты в жизни не узнаешь. Половина наших убиты, половина людей мистера Чу убиты. А теперь еще федералы дышат нам в затылок. Из-за тебя. Лео, слушай. Ты слушай. Если бы не я, с тобой бы уже давно разобрались. Так что выслушай, что я тебе скажу. И выслушай внимательно. То, что ты натворил в китайском квартале, это из-за того козла Генри, так? Ты знаешь, на кого он пахал, когда сдох? То есть, когда его на фарш пустили? Он работал на федералов. Он сучился. Поэтому парни мистера Чу так и поступили. И поэтому теперь федералы висят на Карло. Но я друзей не забываю, Вито. Ты спас меня, а я тебя. Я поднял свои связи и выбил тебе один шанс исправиться. Ладно, я слушаю. Убери Карло. Сделай нам одолжение. А если я откажусь? Умри. Голосуют за твой труп. И мистер Чо. А ты еще и поручился за крысу. Думаешь, Карло это тебе спустит? Ты уже ходячий труп. Когда? Сейчас. Каждая минута промедления играет на федералов. Он окопался в своей обсерватории. Знает, чем пахнет. Карло Фальконе, кто угодно, но только не дебил. Ладно, остановите. Помни, мальчик, это твой последний шанс. Вылазь нахрен! Не стреляй!
Привет, парни. Привет, Вито. Босс хочет тебя видеть. Круто. Я бы тоже его повидал. Только одно, Вито. Отдай мне ствол. Ну ладно. Держи.
Смотрите, кто пришел. Вот кого они послали. Это оскорбление. Что они тебе сказали, Вита? Убери меня, и ты прощен? Ты правда думаешь, что они спустят все, что ты натворил? Хотя шестерки никогда не видят всей картины. Но твой приятель все понимает. Да, Джо? Это что за хрень? Я могу спросить тебя о том же. Верность — странная штука, да, Вита? В этом деле друзей не бывает. Твой дружок Лео тебя этому не научил, пока ты у него сосал за решеткой? Ты просто шестерка, Вита. И всегда я ее был. Когда ты наконец поймешь... Джо, просто доверься мне. Думаешь, мне не класть на федералов и этих старых пердунов из комиссии? Они используют тебя, Вита. Как Клемент ты использовал. Как я тебя использовал. Как эта крыса Генри. Ты поручился за эту мразь. Привел его в мой дом. А теперь, тупой болван, ты за это заплатишь. Давай, Джо. Эй, собираешься нажать на курок? Ну, давай. Чего ты ждешь? Вита, давай убьем подонка. На счет три. Джо, ты забьешь раз. На это? Давай! Два. Ну! Знаешь что, Карло? Последние 10 лет я только убивал, и все. Я убивал за свою страну. Убивал за свою семью. Убивал всех, кто переходил мне дорогу. Но это... Это для меня. Пошел ты! Долбанный хрен. Очень надеюсь, что вы знаете, что делаете. Не волнуйся, все на мази. Увидишь. Так, о чем он тут говорил? Он сделал мне предложение. Вот и все. Да, это-то я понял. Какое предложение? Он хочет, чтобы я тебя убрал. Сказал, что сделает меня капо. Даст свою команду. В общем, все, о чем я мог мечтать. Да? И почему ты этого не сделал? Помнишь, ты мне 5 баксов должен. Thank you.
Это еще что? Порядок, Джо. Готово? Готово. Ну ладно. Тогда есть что отпраздновать. Поехали. Навестим девочек. Мне нравится. Пошли со мной, Вито. Нам нужно еще поговорить. Ладно, увидимся там. Ладно. Ты что там за тайны? Это еще что такое? Куда они везут Джо? Прости. Джо в сделку не входил. Shining through. When you're crying, you bring on the rain.